недвижимости в Алании. Вас приветствует Агаси из солнечной Алании, из района Махмутлар. Дорогие зрители, нашел, ну, конфетку. 4 плюс 1. Двухуровневая квартирка с видом на всю Аланию по очень хорошей цене. Не буду вас томить. По ходу ставим лайк, подписываемся на наш канал, если еще не подписались, и пишем комментарии, что вам тут понравилось, что не понравилось. Поехали. Вот, дорогие зрители, глазами я все вижу вот так. Вот такая квартира, снимаю с террасы. Красота. Море видно, вот как я сейчас вижу. Даже сделаю вот так. Смотрите. Огромная терраса. Также видны горы отсюда. Тут юг, запад, восток. Отсюда тоже море видно. Покажи вам небо. Какая красота сегодня. И Алания. Есть бассейн. Айда 250 лир. Открытая парковка. Вот здесь, в этой стороне. Также спускаясь вниз, там тоже есть парковочные места, зона барбекю должно быть где-то здесь. Рядом есть магазины, сеть магазинов А101, БИМ. Где-то 150-200 метров вот за этим зданием. Там внизу еще маркеты есть. Здесь расстояние до моря, максимум до воды, 1770-1800 метров, это уже в воде будете купаться. Крайнее, максимально говорю, может быть здесь 1600 метров, может быть 1500 чем-то. Вот за теми зданиями у нас море. Вот они. Там первая береговая линия. Так, до улицы Ататюрка отсюда где-то 700-800 метров пешей ходьбы. Здесь немножко крутой спуск, где-то ну, 15-20 метров, есть там под 30% градусов уклон. Вот только вот отсюда, когда спускаетесь вниз. А потом все нормальная дорога. 17-20 минут пешей ходьбы. Максимум. Можете купить себе лилисопед или трехколесный какой-нибудь мотоцикл вот этот. Или машина. Или пешком. Здоровый образ жизни надо вести. А здесь лежите, шашлык, машлик и чко-ко отсюда. Идете на море, купаетесь и возвращаетесь домой. Вхожу в квартиру. Террасу еще не показал. Тут продолжение террасы. Во всех комнатах есть кондиционеры. Можно потом поменять на инверторные. Тут строится люкс-проект. Это тоже достраивается. State of Art как-то называется, не помню. Да, кажется так. Так что становится одним из элитных мест именно района Махмутлара. Верхнего Махмутлара, скажем. Так. Здесь маленькая комнатка, где-то 8,5 квадратных метров. Можете как бы кабинет сделать. Сидеть здесь, работать и смотреть на море. И на крепость Алании. Вам решать. Здесь тоже отдельная комната, можно что-то сделать. Большая территория здесь, где-то 10 квадратов, 12 квадратных метров. Пустую. Спальня тут 11,5-12 квадратных метров. Сделан ремонт косметический, но требуется ремонт, потому что там что-то силикона надо поменять. Первая спальня наверху, также и полноценная спальня, говорю. Первая санузел наверху, а также полноценный санузел внизу у нас. Также выход на террасу. Лесенки показываю. Цена 171 тысяч евро. Малюсенький торг, вы сами понимаете, что есть малюсенький. У меня в основном без торгов.
Я конкретно цены говорю, накруткой не занимаемся. Мы работаем на комиссию, чтоб понимали. Так, вторая спальня. Здесь тоже 12,5 квадратных метров где-то. Так, покажем из спальни вид. Выход на балкон. Большая вторая, второй санузел. Тут особо ничего не надо делать. Нужно купить бытовую технику. И здесь маленькая спальня, 9,5-10 квадратных метров. Кондиционер бэка старенькая. Еще один балкончик внизу, два балкона внизу. Один. Этот. И гостиная. Общий квадратный метр минимум 160 вместе с террасой. Здесь может быть и 200, я не успел снимать. Но терраса огромная. Там даже 45, 50 или 60 квадратов метров только террас. Вид из кухни. Проект был построен в 2011 году, 2012. Если забыл сказать айдат, то айдат 250 лир, снова повторюсь. Вот такой вид с балкона, даже вот так. Да, я вот так вижу. Вы тоже будете сидеть на балконе, пить чай, завтракать, ужинать. Вот купите себе вот такую вот качелю, качалки, мочалки. Шапшу поденете, тапочки тоже, и пойдете на море. Кухня показал, стали этот мойничку не надо менять, нормальная мойничка, гранитная. Здесь лифт. Вызовем нормальный лифт. На этаже у нас 3 квартиры. Пожарная лесенка. И все. Звоним по номеру плюс 90-555-064-9110. С вами был Агаси, Солнечный лайнер, район Махмутла. Цена 171 тысяч евро. Еще раз сказал. Звоним, не теряем этот вариант. Это хорошие инвестиции.